Опасность, которая угрожала тысячам жителей Иркутского и Буханского районов, отступила. В этих муниципальных образованиях снят режим чрезвычайной ситуации. Ввести его пришлось из-за лесных пожаров еще 7 мая. Сегодня обстановка стабилизировалась. Однако это не означает, что лесные пожары – пройденный этап. Тайга как горела, так и горит. Просто сейчас очаги не угрожают населенным пунктам. Тем не менее, борьба со стихией продолжается. Самый большой пожар действует сейчас на территории Иркутского района. Его общая площадь – более 1500 гектаров. В тушении задействованы 155 человек и 26 единиц техники. Утром очаг удалось локализовать. Сейчас главная задача – не дать огню распространиться дальше.